обыкновенном лесу на обыкновенном дереве сидит обезьяна и грызет орехи. Ой, ой, ты чего в меня бросаешься? Вот что, буду я замечать всякую козявочку. Я не козявка, а муравей. Все равно. Нет, не все равно. Я такой же лесной житель, как и ты. Такой же? Да от меня люди произошли. Понимаешь ты? Люди. Ну и что же, что люди? А я муравей. Миш, какой упрямый. Может, ты и вправду такой же, как я. Давай соревноваться. А как мы будем соревнооваться? Побежим вон до того дерева. Ой. Раз, два, три. Вот муравей обегает первую травинку, вторую, цветочный стебелек. Ой. Но... Она легко перебрасывает камень с одной руки на другую. Опля! Опля! Высокая техника. Теперь ты. Да, муравью еще немало придется поработать над физической подготовкой. Лесной житель камни поднять не может. Теперь кто быстрее залезет на дерево? Раз, два, три! Еще прыжок. Оригинальная комбинация прыжков с помощью хвоста. Вот и верхняя ветка. А муравей может уже не торопиться. Я такой же. Хвостом и недотепа. Да тебя раздавить мало. Эй, обезьяна, кого ты собираешься раздавить? А, заяц, привет. Представляешь? Я спокойно сижу, грызу орехи, а тут появляется какая-то козявка и начинает меня учить, что все мы тут лесные жители, что все мы одинаковые. Но мы устроили соревнования, и он проиграл. А кто судья был? А судьи не было. Без судьи соревнований не бывает. Давайте все сначала. Я у вас буду судьей. Пожалуйста. А я не буду. Все равно обезьяна сильнее. Муравью объявляется замечание за пререкание с судьей. Итак, каждый делает 100 шагов. Раз, два, три, четыре. И по команде 3 бежит к финишу. Вот это да! Ха, муравью вон сколько, а мне вон сколько. Ну и судья. Обезьяне желтый листик за пререкание. Ты пробежишь 100 своих шагов, а он пробежит 100 своих. Внимание! Раз, два, три! Какие страсти разгорелись на лесной поляне! Невероятно, но муравей уже заканчивает дистанцию. Я первый. А вот и обезьяна. Давайте, ты будешь поднимать вот это бревнышко, а муравей вот эту соломинку. Это несправедливо! У вас разные весовые категории. Ну, раз, два, взяли. Муравей без труда поднимает соломинку. Вот-вот-вот, обезьяне трудно приходится. Она берется то за один конец бревна, то за другой, но поднять так. А вот смеяться над соперником это не спортивно. А теперь на дерево! Минуточку. На дерево полезешь только ты, а муравей вот на эту травинку. Ну у него же 6 лап! А у тебя 4 и хвост длинный. Приготовились! Раз, два, три!
основании с удвоенной энергией стремятся к каждой своей вершине и одновременно заканчивают дистанцию. Что скажет судья? По сумме трех видов соревнований победил муравей. Поздравляю. Спасибо. Ах, вот вы как! Бежим. Обезьяна с кулаками бросается на судью, тот подхватывает муравья, и они пускаются на утёк. Вот мы и победили, а ты не хотел соревноваться. Глупой голове и длинный хвост не поможет, понял?